Приветствую вас, владельцы грибных ям, септиков и уличных туалетов. Перед вами французский биопрепарат Септифос, упаковка кило 200. Значит, на нашем канале уже есть видео про Септифос, но так как производитель изменил упаковку, поэтому делаем для вас новое свежее видео. Значит, данный препарат предназначен для переработки содержимого, устранения неприятного запаха в септике или выгребной яме. Вот, значит, расскажу об особенностях изменения в упаковке. Значит, так как Хенкель выкупил Септифос по информации, то на упаковках кило 200 вот такая появилась отметка. Сейчас Хенкель. Вот, немного изменили дизайн самой упаковки. Вот, видите, здесь картинок стало меньше. Вот. Так. В общем, состав внутри бактерии не изменились, изменился дизайн упаковки. Так, чтобы вы видели, какая упаковка вам должна прийти. Если приходят еще старые, то значит, у кого-то на складах до сих пор лежит со старой упаковкой. Но уже где-то около 3 месяцев, 4. Сейчас январь, вот такие новые упаковки выпускают. Значит, расскажу о биопрепарате. Значит, данный препарат применяется один раз в неделю в соответствии с вашими дозировками. Вот инструкция к нему у вас будет идти вместе с упаковкой. С товаром она отдельно на русском языке. Мы их отдельно делаем. Значит, внутри здесь такой мешок. Он не изменился. И мерная ложка. Вот. Его разрезать я не буду. У нас тут есть. Мы разрезали уже. Вот внутри находится вот такой состав. То есть многие говорят, похож на глину, но оно так и есть. Он на минеральной основе сделан. Вот. А именно минеральная соль плюс водоросли, в которых находятся штаммы бактерий в спящем виде. И когда они попадают в грибную яму, они там начинают активно размножаться и перерабатывать содержимое. Значит, срок годности данного препарата 5 лет. На упаковках кило 200 вы срок годности можете найти вот такой наклеечкой. Да, это, конечно, не гравировка, но как есть. Такие наклейки они делают тут 4-9 апреля 2018 года. Вот. И еще хочу обратить внимание ваше, что новая упаковка пока только сделана на пачке кило 200. Вот пачка 648 сейчас, которая, она идет еще пока что та упаковка, которая была. Вот. На ней дата вот тут выгравирована. Вот 2017-04-11. Вот. Здесь не наклейка, здесь гравировка. Ну и сама пачка заклеена, запечатана, внутри нее пакетики. Ну, 18 пакетиков по 36 грамм. Вот. Это что касается пачки 648 грамм. 5-килограммовой там наклейка не изменилась. Ну вот. Поэтому там тоже есть мерная ложка, и вы можете ее использовать для того, чтобы мерить вашу дозу. Про дозировки вкратце могу вам рассказать. Значит, если у вас яма 2 куба, то надо сыпать
стартовая доза будет 2 мерных ложки, потом 1 мерная ложка раз в неделю. И вот такая, здесь каждая, в кило 248 мерных ложек. Вот, все достаточно просто. При получении смотрите на упаковку, если она будет приходить от нас, она будет приходить вот такая. Вот, других пока не завозят, если будет приходить от кого-то других другая, ну, это значит лучше у них не заказывать. Заказывайте у нас.